Что такое паспорт и зачем он, собственно, нужен? Вопрос для юных жителей нашего округа, кажется, не стал неожиданным. Они уже понимают, это ответственность и первый важный документ, подтверждающий личность. Новый этап в моей жизни, потому что я уже стала взрослой и понимаю ответственность, какую я приняла. Первый серьезный документ гражданина Российской Федерации – это паспорт. И, конечно, его вручение должно проходить в торжественной обстановке. Вот сегодня мы вручили паспорта в ЗАГСе, проводим такие же торжественные церемонии и в здании МФЦ. Я уверен, что молодые люди, которые сегодня получили паспорта, они запомнят это на всю свою жизнь. Чтобы момент вручения паспорта запомнился навсегда, ребят, которым исполнилось 14 лет, приглашают в ЗАГС или МФЦ, где в присутствии родных школьникам вручают самый главный документ – гражданин России. Легкое волнение, конечно, присутствует у всех. Первый документ в руках, а это значит, начинается взрослая жизнь. Теперь паспорт будет спутником ребят в самые важные моменты. Лилия Тимиева, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.